Накануне в Каменске-Уральском поймали за руку еще одного пособника жуликов, специализирующихся на крупном обмане стариков, которые думают, что отдают свои гробовые сбережения ради того, чтобы спасти попавших в беду родственников. 21-летний юнош приехал на Урал искать работу из-за границы. Ну и почти что сразу же ее нашел, непыльную и высокодоходную. Вконтакте некто предложил ему типа поработать курьером по сбору наличных денег. По системе родственник совершил ДТП, но если срочно откупиться, то его не посудят. Получается, мне давали адреса, я поехал, въехал на адреса, забирал посылку, деньги потом скидывал. Какими суммами забирал денежные средства? Первая была 150, 200, 100, вторая была 500. Задержан гражданин Республики Казахстан 2001 года рождения, который забирал денежные средства у пожилых людей под видом курьера и впоследствии переводил их куратору. И вот что рассказал начальник пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых, цитата. Среди жертв афериста муж и жена 49-го и 47-го годов рождения с улицы Мусоргского, женщина 1952 года рождения, проживающая на улице Прокопьева, а также бабушка 1935 года рождения с улицы Синарская. Злоумышленник основную часть добытых преступным путем средств переводил своим патронам, а оставшиеся 10% от общей суммы тратил на личные нужды. Среди прочего, приобрел на украденные у пенсионеров деньги и дорогостоящий мобильный телефон. В отношении задержанного следственным подразделением полиции Каменска-Уральска возбуждено 3 уголовных дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Конец цитаты. Гражданин Казахстана сидит сейчас в камере следственного изолятора, пока полицейские проверяют его на причастность к другим подобным преступлениям.